Hello, hello, everybody. Приветствую всех любителей Escape from Tarkov. В этом видео хочу подвести итоги новогодних ивентов конца 2021 года. Grandfather Frost is gonna melt your heart. Во-первых, появился босс Дед Мороз, который раздавал подарки, и дальше мы посмотрим какие. Во-вторых, елочные игрушки и елка, на которой с помощью них же можно было что-то скрафтить. Но Дед Мороз — это не только подарки и халява. Это еще огромная потеря кармы, если убить босса. Дедушка, дедушка, ну что ж ты творишь-то, а? Да короче, ты что сделал-то? Ты Рождество испортил! Ну серьезно, в темном углу резко поворачивается на тебя, разумеется, ты будешь стрелять. Как результат, отняли целую единицу. Многие ребята по этому поводу негодуют до сих пор, потому что их карма в глубоком минусе после такого яркого игрового события. Было 2 единицы. По поводу новогодних игрушек. Их действительно было много. И если ты более-менее активно играл, то они попадались буквально везде. Я замучился их перекладывать из кейса в кейс, и это далеко не вся коллекция. Собственно, в убежище за 3 разноцветных шарика ты ставил елку, после чего мог крафтить те предметы, шариков на которые у тебя хватало. В моем случае, и огромное спасибо зрителям, которые выменивались предметами и немного подсобили, мне удалось выменить 2 оружейных ящика и лидыкс. Еще несколько мулов скрафтил. Надеюсь, ты прислушался к моим советам и не продавал оружейные ящики сразу. Да, все предметы, которые ты крафтил на елке, они с галочкой. Их можно использовать в квестах или на барахолке. Дайте мне фиолетовый шарик. О, главное попросить, ребят. Причем иногда удивляли боты. Да, просто обычный бот на развязке. Всех шариков по одному. Также у нас были делики, за которые давали шары, и специальные новогодние квесты. Где-то требовалось настрелять ЧВКшников в шапочках, где-то тебе нужно было ее надеть. Не поминайте лихом, пацаны, если что. Особенно после этих 2 выстрелов. Что это? Это текстурка. Ну, конечно, надо было встать. Нет! 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 Ну, хоть кота дали заложить. Подарки, подарки. I like подарки. I don't like голова, глаза. Ой, там кто-то уснул. Устал. Да, я это сделать. Я жить. Я есть добрая Снегурочка. Особенно забавно смотрелись боссы, которые тоже любили поводить хороводы вокруг елки. Да ладно. Ключик мне нужно вынести с карты. Но я уверен, что все активные игроки и так увидели все эти события. Поэтому в остальной части видео предлагаю ознакомиться с примерами того лута, который дарил мне Дед Мороз, и некоторыми игровыми ситуациями. Отличный квест, да? Блин, он успел забрать подарок. Дедушка, забери вот этого молодого человека. Дедушка, надо чего? Патроны, жетон, забирай. Но всего есть предел. О, шарик. Ну, выбирай, дед, что нужно. У него рюкзак забит.
Ну все, иди плачь на свою карму, смотри теперь, друг. Правда, у меня аптечки нет, и это проблема. У меня же нет аптечки, да? Дедушка Мороз. Прости, не уберег. Так, что у него будет? А, ну все, что он подбирал, как бы в нем есть. Все, что с ним, чем с ним обменивались. Чуть не пристрелил, а? Взорвать мог. Что-нибудь еще дашь? Самогон это прям самое ценное из того, что я от него получил. Это может быть знаниями. Дед Мороз чуть-чуть. Давай подарок. Шел я, вот он мне. Че бросил? Аленку. То, что ты свою пачерицу ты не бережешь. Это грустная Аленка. Давай, да. I'm lame. I didn't escape the location. Дед, хорош бегать, кадни подарок. Я тебя не убивал, не убивал. Ты почему мне подарок не даешь? На тебе гранату. В смысле, что за игнорирование? На тебе ружье и икры кабачковой. Ага, зубную пасту мне скину. Гранату забрал. Ага, зажигалку дал. Ты бы не мог сойти с моего подарка, пожалуйста, спасибо. Магазинчик. Внукам потом подаришь. Ну блин. Это же ее мать, этот как его? Реле! Это реле! Это реле! Невероятно! Мороз Иванович, скидывай, скидывай, бросай. Бросай лут. Лут бросай. А зачем ты хлам выбрасываешь, как бы? Оставь его себе. Нужно что-то ценное. Дед, на. Бери. Во! С Новым годом! Другое дело. Выбираем быстро достать. Ооо. Это one of the like good present. Congratulations. Можем, дедушки. Деда. Ну, Дедушке Морозу помог, я хороший. Вот тебе еще. Да. Держи что-нибудь, что-нибудь возьми у меня. Ты чё там, бля, вообще? Берёшь что-нибудь? О, ещё монетка. А знаете, в чём прикол? А он ещё не подобрал, а монетку дал. Блин, Дед Мороз. Я стараюсь в него не стрелять. Точнее, хочу понять, кто передо мной, воевать мне с ним или нет. Дед, давай я тебе дам газан. Капец, как ценится. У тебя еще провода. Дай мне что-то путевое. Ты что-то вопишь, хмырь? Прикольно, бот выйдет.
Хочется стрелять. Мне это даст что-нибудь? В наступившем году желаю здоровья тебе и твоим близким. И пусть все твои стремления, к которым ты движешься, успешно сбудутся. До встречи в следующем видео. И про стримы не забудь. Ай-яй-яй, прости, прости, дед. Я случайно. I think we should end the stream. Because... Shut up. I failed. A motherfucking rich bitch. Wee! Wee!